Парк Опаренки – это комфортная городская территория для развития физической культуры и спорта. Летом и осенью поклонники северной ходьбы с удовольствием пользуются лыжной трассой протяженностью в 3,5 километра. А в рамках второго этапа благоустройства здесь появилась зона для настольных сражений. Несмотря на то, что это территория Гослесфонда, которая обладает определенной категорией ответственности по содержанию, по эксплуатации, это является и парком. Соответственно, мы должны соответствовать парковым стандартам Московской области, и потихонечку, соответственно, наш парк в этом плане наполняется теми элементами, которые жители Московской области привыкли видеть уже во всех парках. Столы сделаны из, соответственно, литых материалов, это антивандальные, это ударопрочные материалы, которые традиционно используются во всей уличной и парковой инфраструктуре. То есть здесь у нас однозначно гарантия больше 3 лет. Самые популярные виды спорта среди любителей – это настольный теннис, шахматы и шашки. В парках часто можно встретить горожан, что азартно играют с друзьями на свежем воздухе. Здесь на открытом воздухе, как бы в парке, в лесу, то есть, ну, я думаю, что это дополнительное преимущество. И в том плане, что они будут и дышать, и обогащаться, как бы, и развиваться. По всему периметру парковой зоны запланированы и другие точки притяжения, которые также вошли в проект второго этапа благоустройства. Первоочередной важность у нас все-таки довести до ума данный модуль. Это строение, которое стоит за моей спиной. Мы хотим сдать его к полноценную аренду для того, чтобы запустить пункт проката спортивного инвентаря, что в летний, что в зимний сезон. Запустить круглогодичное кафе, которое, в принципе, предусмотрено. Тем самым расширить спектр услуг данного парка на новые категории людей. В ближайшей перспективе обустройство современных пешеходных дорожек для передвижения посетителей с колясками и велосипедами. А также создание парковочного пространства у стадиона «Металлург». Это и многое другое позволит сделать Опаренки еще более комфортным местом для отдыха и развлечения горожан. Тамара Обидова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.